Привет, я Вова, и сегодня я расскажу вам, как сделать 360. 360 трюк довольно простой, но очень кропотливый. И состоит из трех этапов. На первом этапе вы должны почувствовать себя удобно не только на самокате, но и на ногах. Соответственно, сначала вы идете на спот и учитесь накручивать 360 на ногах. Желательно в обе стороны, так как потом вы сможете научиться крутить 360 на самокате в обе стороны. Вторым этапом я хотел бы посоветовать новичкам научиться дугу. Дуга представляет из себя зарез по полуокружности задним колесом, который позволит вам быстрее или легче вращать трёху. Все, теперь дело осталось только за практикой. Но если у вас все же не получается, то остается одно единственное упражнение, которое может вам помочь. Оно представляет из себя прыжок на 180 с последующим моментальным прыжком на 180. А на этом все, теперь вы умеете делать 360. Делайте трех и выше, дальше, быстрее, сильнее. А также подписывайтесь на мой канал, это очень помогает. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм. Это было бы очень круто, так как вы видите там самые крутые бэкстейдж фото и видео со съемок этого и прошлых эпизодов. А на этом все, спасибо. Пока. We'll be right back.